Озера Архангельского края. Сколько звезд на небе, столько в Архангельском крае озер. И речки наши серебряные текут меж озер и через озера, и с этих озер, куда бы ты ни зашел, с ранней весны до поздней осени крики птицы водяной слышатся днем и ночью. Слаще мне скрипки и свирели эти ночные крики птиц. Музыка Родины милой. Это слова Бориса Викторовича Шергина. Богат озерами русский север. В Архангельской области насчитывается более 22 400 озер. Около 18 тысяч озер расположено в Ненецком автономном округе. Самые крупные озера – Лача, Кожозеро, Ундозеро, Кенозеро – находятся в бассейне Онеги. Иногда соединенные между собой короткими протоками, озера располагаются небольшими группами. Например, Вашуткины озера – наиболее интересна группа из трех водоемов в бассейне Онеги-Кенозеро. В карстовых районах есть довольно много карстовых озер, которые местное население называют бездонными. Большинство из них возникло в карстовых провалах. Водный режим карстовых озер тесно связан с режимом подземных. В некоторых карстовых озерах уровни воды в соответствии с колебаниями уровня подземных вод изменяются незначительно. Котлованы других временами полностью пустеют на несколько месяцев, а бывает и на годы. В Плесецком районе расположена самое крупное на севере европейской части России карстовое озеро, исчезающее Сямг-озеро. Из Сямг-озера вода, как правило, уходит каждые 4-10 лет в конце зимы. При этом лед с громким треском ломается, оседая на дно. Обычно за несколько дней до ухода воды из Сямг-озера в окрестностях исчезают все родники, а в феврале 1902 года перед уходом воды под землю скрылись не только все родники, но и река Шелекса. Оставив без воды деревни Агарково, Выползово, Подволочье. Возвращаясь с Сямг-озера, вода иногда бьет в жерле воронки на его дне ключом. Сямг-озеро – самое большое из карстовых озер Северного края. Длина его равна 4 километра, а ширина примерно 2 километра. На берегах Сямг-озера охотно останавливаются туристы. Множество народа приезжает из ближайших поселков рыбачить, купаться, загорать. Внезапное исчезновение воды из карстовых озер и возврат ее в них снова рождают множество легенд. В одной из легенд уход воды из озера объясняется тем, что хозяева его водяные, торопясь в гости к соседям, неплотно прикрыли за собой дверь. В другой – тем, что хозяин озера проигрался в карты и вынужден был в уплату карточного долга отдать соседу водяному все свое добро и рыбу, и воду. Ведь вода из карстовых озер уходит обычно вместе с рыбой, но часть ее остается. А вот озеро Сюрзи является пресноводным озером, которое располагается на территории юго-восточной части Мезенского района в Архангельской области, западнее такой возвышенности, как Косминский камень. Сюрзи – одно из самых больших озер во всем Мезенском районе. Данное озеро протокой соединено с речкой. Данный водоем является живописнейшим местом этой области. По берегам озера произрастают
поросли тростника и камыша. В целом растительный мир водоема является очень богатым. Дно водоема песчано-илистое, вода в озере прозрачная, чистая, около берега даже можно увидеть дно. В озере обитают щуки, налимы, сиги, плотва и другая рыба. Рыбалка на озере разрешена. Удить можно в любом месте, как на берегу, так и в самом водоеме с лодки. Также можно использовать различные снасти. В данном случае никаких ограничений нет. Очень большое озеро Лача находится в Каргопольском районе Архангельской области. По форме оно слегка напоминает изогнутый эллипс, вытянутый в восточной части. В длину озеро простирается более чем на 30 километров, в ширину на 14 километров. В озеро впадает 12 рек, которые формируют причудливые дельты с бухтами, песчаными косами и заливами. В свою очередь вытекает из озера река Онега. Котловина озера Лача довольно неглубокая. Максимальная глубина не более 5 метров. Поэтому летом озеро хорошо прогревается и часто цветет. К берегам подобраться довольно сложно. Некоторые из них заболочены, другие поросли камышом. Впрочем, на западных берегах встречаются песчаные пляжи. Кинозерье недаром называют озерным краем. Здесь насчитывается 251 озеро. Даже свое название территория получила от самого большого и глубокого озера – Кен-озеро. Кен-озеро – производит большое впечатление. Оно является стержнем парка и удивляет своими причудливыми формами. Глубина Кен-озера местами достигает 120 метров. Озеро имеет сложную форму. На озере более 70 островов. С островами его площадь очень большая. Крупнейшими являются Медвежий, Ряпусный, Мамонов. Кен-озеро находится в тектоническом разломе, и на формирование его котловины повлияли ледники. Береговая линия местами сильно изрезана. Есть много узких заливов, мысов и бухт. Берега его возвышенные, по большей части покрыты хвойными лесами. Местами встречаются березовые леса и луга. Местами есть песчаные пляжи. Местами береговая линия заросла водной растительностью. Прозрачность воды удивляет. Проливами соединяется с озерами Долгое и Свиное, которые также можно отнести к достаточно крупным. Из озера вытекает река Кена, впадают реки Порженка и Порма, а также несколько ручьев. Красив и уникален наш северный край. Ну а закончить рассказ о нем хочется словами Бориса Викторовича Шергина. «Удивительное, странное и сладостное состояние овладевало мною иногда среди этой природы, в этой несказанной тишине, и самыми сильными, самыми разительными были непосредственные впечатления северной природы».